Добрый вечер. Сегодня 28 января. Вот в таком у нас состоянии обрета. Немножечко она подвытянулась. И сейчас я ее хочу прищепить, чтобы она образовывалась как в кустик. Сейчас будем мы ее обрезать макушечки. Где-то над четвертым листом. Не очень удобно мне руку держать. Хочется поаккуратнее это сделать. Вот. Чтобы они у нас формировались кустиком. Они были такие вытянутые. Вот. Ну, где-то на третьем получается, где-то на четвертом. Вот этот вот пока не буду, немножечко попозже. Видите, вот этот вот более сильненький такой. Тоже я его прищеплю, пожалуй. Вот эти вот растюшечки убираем. Срезанные. Они у нас не загнивали ничего. И то, что я сегодня не обрежу, а обрежу, когда они чуть подрастут. Чтобы они вот так вот не падали. Вот мы их сейчас немножечко прищипываем. Вот. Которые уже совсем подвытянуты. Ну, в общем, вот так вот. И потом, когда они начнут куститься, обрею, я вам еще раз сниму. Вот. Ну, на этом видео все. До свидания. Хорошего вечера всем.